я хочу на ней. Я вот. Кнопка вот такая. А что она означает? Тихо, насильно. Ну, а вот надо было слушать, ребята, внимательно. Я же говорил. Скажите еще раз. А перезарядка. Кнопка перезарядка. А, перезарядка, понятно. Да. Кто сейчас прослушает, я объяснять не буду. Будете разбираться сами. Дальше. У нас запрещена сомалийская стрельба. Сразу говорю. Знаете, что такое? Нет. Это стрельба из-за укрытия вслепую, когда вот... Да, просто мы за укрытием прячемся и вот так стреляем. Да, да, да. Потому что небезопасно, во-вторых, нечестно. Потому что вас поразить можно в повязку. Поэтому стреляем мы, высунув корпус. И целится еще нас. И конечно. Если там где-то это стоит укрытие, не нужно это вот так делать. Да. Так. Дальше можно этому члену команды или любому выбить зубы. О, молодец. Молодец. Все, ребята, слушаем дальше. Также в перерывах между миссиями до старта команды и после окончания миссии мы не стреляем, потому что я буду объяснять правила каждой миссии, и чтобы мне вас не перекрикивать, и чтобы вы быстрее поняли. Поэтому не стреляем. Давай, спрашивай. Да он хочет тоже автомат. Все, у нас по-честному два автомата и два пистолета-пулемета в каждой команде. Урон, сразу говорю, у них... Ребята, послушай меня. Урон у них одинаковый. Один выстрел, одна жизнь. У этого такая же скорострельность, как и у винтовки. В чем разница? Сейчас я объясню. У этого перезарядка 3 секунды и 20 патронов в магазине. У винтовки 4 секунды перезарядка и 30 патронов в магазине. Вот и вся разница. Урон у них одинаковый. Так, еще вопросы есть какие-нибудь? Нет. Ну давай первую руку поднимем. Я хочу другое оружие. Все, оружие. Мы меняемся раз в 3 миссии. Сейчас то, что на столе, это ваши оружие. Еще один! Да!
перезаряжается. Все, смотрите, у нас есть две винтовки. Так, смотрите, у нас есть две винтовки, которые похожи. Можете поменяться ими. Я с Данилом меняю. Все, ты с ним, все. Так, так, стоп, 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 куда, куда? И повязки. Повязки снимаем, повязки меняемся. Все, молодцы. Резинки назад. Команда, я сейчас поменяю, не переживаю. Нормально? Не болтается? Все, хорошо. Хорошо. Нет, команду я поменяю. Так, да, ты синяк. Данила, ты красный был? Я тебе ты, нет, ты был синий. Да. А ты какой был? А ты синий. А Данил? Да? А, его даже. Ты только мне. Ты красный был, да? Да. Нет, я синий. Меня два. Все, сейчас кто был за красную команду? Уходим на красную базу. Все. Опять будем бегать. Все, сейчас другая миссия будет, мне чтобы понять. Так, все. На базу. Все, пошли на базу. Все, бойцы, идем все сюда. Бойцы, все сюда. Бойцы, все сюда. Почему наши лакомки отключены? Все, сейчас я расскажу. Сейчас будет миссия каждый сам за себя. То есть в этой миссии нельзя объединяться с кем-либо. Задача? Настройка завершена успешно. Команды стрелять не было. Боевое здоровье. В эту миссию каждый будет играть сам за себя с удвоенным здоровьем. Аптечек в этой миссии не будет. Потому что это игра на выживание. Не поддаваться. Поэтому, как это будет происходить? Мы встаем в круг, лицом от круга, пока не стреляем. На счет 3 мы разбегаемся, на счет 4 можно будет стрелять. Поэтому сейчас встаем в круг, не вокруг меня, лицом от круга. Вот так? Вот так. Стреляем. Мы разбегаемся, на счет 4 стреляем. Какой вопрос? У Максима вся футболка какая-то странная. Это он уже катался, потому что. Все. По полу ты катался. На счет 3 разбегаемся, на счет 4 стреляем. 1, 2, 3. Разбегаемся. 4. Каждый за себя. Все, пошли. Алиса! Алиса! Алиса!
Конец миссии! Есть победитель! Кто? Я победил! Я выиграл! Все, возвращаем очень сильно. Все, ребята, меня слушаем. Сейчас. Возвращаюсь на базу. Миссия будет заключаться в том, что лучший стрелок этой миссии будет играть один против вас всех. Его задача будет подняться на второй этаж. Но в чем отличие? У него будет у одного единственного удвоенное здоровье. Да и ладно, мы просто его... Да попробуйте перестрелять меня. Все, сейчас. Конец стреляет. Сейчас, бойцы, занимаю позицию здесь на этаже по моей команде. Нет. Поэтому на втором этаже занимайте позицию по моей команде, мы начинаем. Да. Зачем стреляешь? Да, мы сейчас как одна команда. Объединяйтесь, пойдем. Позиции занимайте быстро, 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 быстро. Позиции, по позициям. По позициям. Позиции занимайте. Держать оборону! Я свой! Не знаю, что команда. Остановись! 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 Он наверное пошел к тебе! Я не обойду! Где Илюха? Илюха, ты там! Thank you.
Боюсь, 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 боюсь. Я миссия он. По базам, по базам. На базу. Все. На базу. Бегать. Последний. На базу. Все. Последнее возрождение. Три. Последнее возрождение. Все, как думаешь, хорошо себя я выбрал? Подарок заслужил? Подарок. Прям уверен. Знаешь что? Ребята, сейчас на счет три мы поздравим именинника с днем рождения. Раз, два, три. Я не знаю. Я не подарил, я не подарил.
Это одна бутылка. Да. Так, здесь еще поделочка. Один тут пицца. Там еще есть. Можно? Нет, все, можно. А есть яблочные? Есть? Да. А мои любимые только на яблочке. Женя, мы с вами выживем тостами будем. Чипсы кушаем, тостами будем. Это пиццерия. Так, а что еще? Мне кажется, что сладкой газировкой можно отразиться. Я на этом не внимание трава. Ты нам сигнал какой-то передай. Связь со спутником. Что там такое? Бомба! Она моя про бомбу! Это же вкусный кола был. Очень вкусный кола.